Собираюсь на вечеринку. У меня будет синее платье и вот такие бусы. О, нет! Что же случилось? Мое украшение сломалось? Я знаю, я отнесу в мастерскую. Добрый день. Здравствуйте. Что случилось? Мое ожерелье сломалось. Помогите, пожалуйста. Хорошо, надо посмотреть. Мне кажется, что оно слишком сломано. Я не смогу починить. О, у меня есть идея! Я продаю много украшений прямо здесь. Вау! Можешь выбрать. Сейчас пойду посмотрю. Есть колечки, ожерелье, короны, браслеты. Вау, какие они красивые! Очень красивое украшение! Какие украшения нравятся? Я хочу вот это! Хорошо, дай я тебе одену на руку. Ой, нет! Что случилось? Он тебе большой, смотри, он сейчас свалится. Что же делать? Мне же нужно сейчас украшение. Я сделаю для тебя другое. Какие у тебя такие красивые украшения? Я закончил браслеты для тебя. Какие красивые браслеты. Можешь посмотреть в зеркало. Вау! Украшения очень красивые. Я хочу купить все эти украшения. Сколько будет стоить? Всего $10. Вот, пожалуйста, $10. Спасибо. Пока. Спасибо. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Эльбрус Айришек. И на Инстаграм. До следующих видео. Пока!